Одним из первых участников акции «Красота во благо», организованной в рамках благотворительного фестиваля «Доброй Заречной», стал фитнес-клуб «Манго». Здесь в холле установили домик добра для денежных пожертвований на лечение тяжелобольных детей. Наши клиенты уже вносят первые вложения свои. Я считаю, что весь город должен активно стремиться помогать детям, потому что сейчас очень много больных детей, и помощи ждать, в принципе, неоткуда, и поэтому мы тоже должны в этом участвовать. Никто не застрахован от этого. В ветеринарной клинике «Ветпомощь» также установлен домик добра. Но здесь решили не ограничиваться сбором добровольных пожертвований клиентов и направить часть выручки на благотворительность. Мы в первую очередь благодарны создателям. Это марафон «Доброй Заречной». Те, которые сделали благотворительность более доступной и увеличили возможность помогать детям, мы с удовольствием присоединились к этой акции. Суть акции достаточно проста. С 1 по 17 сентября 100 рублей с каждого приема ветеринара-врача мы направляем в фонд «Добрый Заречь» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Помочь детям Заречного в борьбе с тяжелыми недугами может каждый. Для этого нужно перевести посильную денежную сумму на расчетный счет Фонда поддержки городских инициатив. А самый простой способ – это отправить смс-сообщение «Добрый вклад» в одно слово на номер 7522. Через пробел нужно указать сумму перевода. Итоги благотворительного фестиваля «Добрый Заречный» будут подведены 17 сентября. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».